Так, ну и ты можешь либо сторону ставить с этой, либо с этой. Ага. Сначала давай на раскачку. Релизинг, я не понял как. Релизинг это вообще отдельная тема, но нам сейчас она не нужна. Вот, берешь и раскачиваешь. Вот она идет, смотри, тут где-то зажим. Вот. По идее, да, вот здесь. По идее, у человека, когда раскачиваешь с одной стороны, у него волна должна доходить до конца, свободно до пяток. Либо с этой стороны раскачиваешь, вот, будет легче выбирать. Смотри, пятки зашевелились. Смотри, вот здесь вот так вот. Да, можно здесь, да. Вот так, потом вот так. Да, это как метод тестирования, да. То есть... Вот ты вот одной рукой раскачиваешь, второй рукой щупаешь, доходит волна. Здесь идет, вот уже тут перестает идти. Ок, ага, да. Связки. Все, дальше не идет. Значит, берешь здесь. Одно раскачиваешь, другой тестируешь. Все равно, вот эта область прям зажата. Раскачиваешь. Все равно тут слабенько, да, слабо подвижется. Зато вниз нормально идет, вот тут все хорошо. Да. Вот, да, протестировал таким образом. Квадратный может... И... Не, ну если частный, мы сейчас частный случай потом разберем, мы все не успеем за этот день, это чего. Тогда да, тогда ты будешь квадратные мышцы растягивать. Вот релизинг это по сути растяжение. Uh-huh. Вот так вот вытягиваешь эту мышцу. Вдоль и поперек. Алло. Это я попсиховала или нет? Наверное, да. Uh-huh. На кого ты злились? На мужа? Нет. Вот, раскачав. Вот видишь, ловишь таз. Вот да. Он пошел вот сюда. Вот. Нам надо вот эту часть поймать, эту косточку. Вот он. Угу. Ставишь руку, а тут разворачиваешь руку на уголок лопатки. И две по полную сторону. Есть, есть, есть. Так и надо, да? Здесь. Да, надо почему? Можешь так. Потом. Да. Сейчас. Сейчас. Да, твой вес должен находиться вот здесь, поближе встань. А как вот здесь? Сюда поближе. Или вот так убрали. Ну вот так ты встал? Да. Да, нормально. Можно так, можно. Неудобно. Вот. Не, вот так лучше всего. Вот так, да? Вот так ты. Да можно так, но тут просто запястье болит. Болеть будет. Вот так лучше всего. И здесь раз. То есть раз. Да, да, да. Два. Три. То есть сюда и туда. Сейчас. Раз. Два. Да, да, да. Сначала раскачай так. Вот раз, два, три. На выдохе. Сейчас раз. Да, делай так. По-настоящему уже делай. Раз, два, три. Да. Нет. А туда пусть... не надо, не надо. Вот пау, еще бы закончились, дальше не давишь. Угу. Здесь я не сделал. Сейчас. Да, да, вот так. Сейчас нет. Только мы и все. Мама звонит, да? Алле. А? Мама звонит. Нет. Так, да? Да, и так ты по-настоящему делал, я в другую сторону развернул, вот так развернулся, твой вес корпус. И здесь тоже так же пройти, да? Да, да. То есть... Да, по-настоящему делал, ты такой рукой сдвигаешь лопатку, а тебе надо прям на ребра давить, через лопатку на ребра. А-а-а. Нас интересует реберное вот это сочленение, вот оно идет. Так, вот так, вот туда, прям в стороны. Вот. Не бойся. Вот что-то щелкнул. Слышал? Да. То есть? Да. То есть? Не бойся, не бойся, не делай. Расшатай. Вот, оп. Пощупай. Вот чувствуешь, где вот реберная дуга идет? Вот она начинается. Да. Вот ты в нее давишь. Угу. Угу. Если неудобно, можешь место поменять. Ну. Или вот так лучше. Ну так это может для другого. Это мы уже будем делать следующий прием. Ты к следующему перешел? Нет, нет. Сейчас. Нет, этот прием мы даем именно на ребра. Еще запомнишь, я сказал, ты вес тела можешь перенести либо на руку на это. Вот сюда, плечами, вот так. Тогда будешь давить сюда больше. Акцент. Либо сюда переносишь руку. Тогда акцент дело будет на ребра. Нет, ну ты встал-то сюда, значит, акцент сюда, то сюда ты не давишь, сюда ты корпус. А здесь мы держим? Да, нет, не держим, а давим на обе стороны. И тут тоже давим. Друг от друга. У меня палец нет, пока. Да, вот так вот. На фотоаппарат. Да.
И ну, ты должен понимать, вот ты смотри, вот корпус тела не вижу где. Сейчас я давлю симметрично. Вот мне показалось, или там обнаружил, что тут что-то блок стоит, да, я к нему полностью приноровился, и корпус тела уже сюда перенес. Тут посильнее давлю. Я слышу, щелкнул сразу. Да, это хорошо. Ты боишься. Удар должен быть прямой рукой. Помнишь, я говорю, прямой рукой. Не вот такой согнутый, а прямой. Руслан, купи себе грушу, бейся об нее, пока ты перестанешь, да, бояться. Да, да, вот, вот, а теперь корпус тела перенеси, нет, стой так же, да, только перенеси корпус тела на эту руку, эту руку дави. Таз сильнее. Да. Если будет больно, Лариса скажет. Угу. Громко скажешь. Да. Да. Ну давайте чтобы без матери, да? Договоримся об условном сигнале. Да. Один раз подмигни, два раза присвистни. Ты Олег встанет все обратно. Да. Так что, Руслан, не надо. Перед тобой. Терпеливо так. Да. Жми давай. Все, молодец. Да, корпусом, да, ты всем корпусом так ныряешь. Все, а теперь следующий прием, то, что вот накрест как раз руки вот так. Нет, ты же сам ставил только что. Вот так и вот так. Тут воздействуем на таз. Я по второму буду уже рассказывать. Тебе, наверное, четвертый раз. Вот, раскачиваешь таз, нас интересует, дошли до точки. А это вот придерживаешь. Она хотела что-то снять? Да, успеет еще. Потому что заряд поставь телефон. Фотоаппарат уж кончается. Больно? Нет. Когда качество... Не-не-не, тут рукой не идешь. Это мы даем... Тут мы уже проработали первый прием. А. Второй прием, только поясница. То есть мы здесь держим? Здесь? Да, эта рука только держит. Ты уже два раза объяснял про это. Какие два раза? В прошлый раз тоже делал. Это первый поставил зарядку. Это тоже поставлю. Подожду стою его телефона. И так будет менять. Ты не идешь ты той рукой никуда. Она просто придерживает ребра. Просто придерживает ребра. Ты давишь вот на таз. Целое внимание сейчас идет на таз. И на вот эти представь первые позвонки. Мою флешку. Держу. С телефона на свой. Поменяй местами. Не перепутай сейчас. Нет, она тут по работе. Не перепутай. Теперь на растяжение. А, ну за это, если есть за что взяться. Ты не держишь, ты можешь не держать. Берешь и дергаешь на себя. Ой. Вверх, вверх. Ой. Так? Да. Помешается нижний. Лариса, если синяки будут, не бойся. Чего? Если увидишь, что сочные синяки, не надо. А как может не трогать? Что еще? Я, кажется, сосуды не трогаю. Вверх, вверх. Не, тяжело. Мышц, что ли? Ой, сил в руках не хватает. Потом вот вокруг этой косточки. Ну, если у кого получится, не все получается. Нет, тут не взяться. Не взяться. Кожа упруга. Тогда вдоль позвоночник не держишь. С моего можно взять. Тут берется. Почему? А, здесь я это уплотнил. А если... Нет, не получится. Кожа упруга. Да вверх дергай. Ты не кожу дергаешь, а позвонок вытягиваешь. Позвонок. Воздействие идет на позвонок.
Вот так, да? Дергай прям резко вверх, вверх, вверх. Вверх. Только не загибай вот так вот. Да, я ничего поясню. Неужели ничего не дергается? Да, тут тяжело вверх. Я иной раз делаю два раза. А что руки поднять? Не поможет? Не, не поможет. Тем более тут сейчас уже плечи уже зажмутся. Так, теперь здесь вот, ну дошел до сюда, да? Угу. Тут вот так вот берешь, если я за что. Он отщипается сильно, да? Межлопаточный образ, да? Нет, прямо надо сесть на матроску. А, то есть вот здесь. Да, и влево-вправо, так вдруг засели. Ну, тем, кому больно, так не тем, кому больно, неприятно, не делай. Есть, кому не больно? Есть, да. Ну, алиея он делал, ей же не было больно. Больно было. Теперь вот так вот. Она терпела. Это ударно-волновая терапия вот эта, да? По типу. Какая-то ударно-волновая терапия? Это уже другое. Это просто мы простукиваем. Как было поколачивание вот. То есть между позвонками берем? Да. И вот так вот. Да. Асист от ростки. Только старайся щели не делать, чтобы пальцы все были вместе. Или еще больше надо туда вниз? Не, пока нормально, но чуть-чуть дальше. Здесь прям. Ну так, раз, два, три, раз, два, три. Ну как бы получается, смотри, первый два удара такие подготовительные, а третий посильнее. Удар. Пальцы надо держать. Да, тут щели там появляются. Да, расслабься. Нет, так, а он по-другому, видимо, не сделает. Такой загиб пальцев. Загибается в обратную сторону. Да. Давай, тут главное подушку создать, чтобы воздух не проходил. Но все равно боль, когда здесь пьем. Воздух. Везда. Вот так. Воздух. А, может из-за этого. Ну, все равно больно. Ей? Не. Я здесь бью. Здесь бью, мне больно. Чуть больно. Ну вот, ну вообще вот эти косярки стучим, вот туда куда. Вот наш молоток. Здесь инструмент. Молоточек. Да я говорю, грушу купи себе. Ладно, ты второй раз проходишь, бороди сильный раз вот до сюда, вот тут достучи и переходи к следующей технике. Грушу, да, все равно купи и постучи ее. Да. Всеми местами. И так, и так, и вот так, и вот так. И кости тоже. Все дошел до шеи. Старается. Засосил, старается. Все, молодец. Ай-яй. Ну и теперь вот вытягиваем ее. Вот так вот, вот отсюда начиная, вот лодочку. Помнишь, я же показывал тебе? Да. Некоторые кулаками делают, а уже кулаками. Даже на выдохе, выдохе подготовь. Смотри, ты поближе сначала. Вот. Подготовлю. Раз, два. Вот преднапряжение нашел. Угу. Теперь выдох. И сам туда еще глубже. Предупреждай человека, чтобы выдыхал. Вдох и выдох. Без вдоха. Никакого вдоха не надо говорить вообще. Вдох? Вдох вообще не говорим. Выдох. Да, только выдох. Вдох. Выдох. Ой. Я говорю, никогда не произноси вдох. Я просто привык. Выдох. Выдох. Еще раз. Выдох. Выдох. Еще. Мне кажется, здесь она. Выдох. Потом вот это движение. Тоже за один раз. Ну, это одно и то же движение, да. Ну попробуй так сделать. Выдох. Ты в сторону разводишь вот так? Нет. Да, нет. Надо в сторону, ну, разводить. Чуть-чуть вот так. Чуть-чуть. И эти тоже. Для чего он кивок делаешь? Чуть-чуть в сторону разводить. Вот так вот.
Да, да, вот так, да. Да. Это ты внутрь. Это внутрь, да, делал? Да, почему вот эта часть наружу? Наружу надо. А ты делаешь внутрь. А, вот так? Нет, в другую сторону. Вот так? Вот так. Вот так. Или так? Вот так. Вот так, да, да, да. Так, значит, получается вот так. Так, значит, так. А это как получается? Вот так? Да? С двух сторон. Сейчас вернешься, позвоночек поддену с грацом. Вот. Ну да, вот так, а это вот так. С двух сторон. Раз, вот. Два, да. Потом обратно в сторону. Раз, два. Ближе к другу руки. Ближе к друг другу. Да, да, вот так. Просто в другую сторону. Да, в обратную сторону. Вот, теперь, вот если сколиоз, например, да, в эту сторону пошел. Да, голову можно перевернуть пока. Так удобно вам лежать? Челюсти там не опираетесь? То берешь прямо в эти осистые отростки и как в ладони вот туда снижаешь, внедряешь, вот прям туда, вот, уже с поворотом с таким. А этой рукой просто помогаешь. Вот это да! Это вот то! Сберу так вот, сюда. Да, да. Только чтобы подсистые отростки прям, вот плотно прилегай, туда прям. Прям беру так. Сейчас. Немножко вот так начни. Вот так вот. А, вот так прям. Да, 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 туда прям съезжай, прям поворачиваешь, до предела доходишь. Ага. Да. Вот до предела. А это что? А это правильно, да. Просто помогаю движению. Сейчас еще раз немножко. Значит, сейчас вас уберем. Ну, в принципе, правильно. Вот так. Угу. Берем. Да. Это получается скручивание с постукиванием? Нет, постукивания же нет. Тут основной упор идет только на первую руку. Вторая так помогает. Как бы для декомпрессии вверх вытягиваем. Так, и следующий прием это. Ставим руки на лопатки, на уголки вот так вот. Растягиваем, пошире, вот дошли до упора и потом.